Это довольно сладко. Это сезон время. Всем привет! Дима осваивает новую профессию. Сейчас прямой репортаж ведет Дмитрий Самойлов с места события. Ушел белый соболь и украл собаку по имени Пипетка. Смоленин Макс пытается догнать ее вместе с Дмитрием. Давай, Макс, поднажми, вон они уходят. Что-то там от стула у собаки на шее одет. Да, это вот это. Да, от стула на голове надет. Ну, выстрелили в собаку наркозом. И она убежала сейчас на частную территорию. Сейчас будем искать. Может быть, выйдет. Надеемся, что она где-нибудь ляжет там. Собака хитрая и к наркозу устойчивая. Вот теперь бегаем и ищем. Думаю, что найдем. Случилось такое, что мы ее чуть-чуть занаркозили. И собака, пока я не взял еще наркоз, залезла под дом. Там очень узко. Куда только не приходится нам лазить за собаками, чтобы спасти их. А если она заснет там? Она уже там заснула. Мы все равно ее достанем. Вариантов нет. Мы все делаем до конца. От нас еще никто не уходил. Приют верность рулит. Ну, спит, да? Расслабься. Вот сюда вот собака забралась. Где? И тут ты застрянешь. МЧС потом... будем вызывать. Нет. Ролик номер два, Валера всех спас. Подожди, я дай вылезти. Не, я просто вылезай. Я на натяжку держу. Гвозди, не тащите мне. Не-не-не, так, руку. Все, потащили. Стой, Димон, я сам. Тихо-тихо. Я подтянул все хорошо. Стой. Потерпи, мы тебя чуть-чуть подержим. Она бегала нормально до сегодняшнего? Да, Пипетку я знаю давно. Мы ее приезжали как-то, брали для стерилизации. То есть уже был у нее отлов. Она знает, что такое, это самая трубочка. Ну, тогда я Чингачгуком работал. Вот, а сейчас Толян теперь. У меня уже глази не так хорошо видят. Я теперь только держать могу. Нет, теперь это, Дим, Чингачгук и его команда. Да, Чингачгук и его команда. Так, ну что? Дим, может, снимем ей эту штуку? Стоп. Не, надо будет снять ее. А что это вообще такое? От стула, Дим. От стула. А как она туда жила? Ну, я думаю, что помогли люди добрые. Это штука типа от стула, что ли? Это она, да? Плечки или так? Пластмасска? Не, пластмасска такой снимешь. О, Валера, ты опять спас всех. Давай. Интересный предмет у собаки. Давай, на голове. Так, я такого еще не видел. Уникальная. Говорят, что она уже несколько месяцев с ним бегает. Чуть-чуть вот так. Это от стула. Несколько месяцев.
Да. По большей части. На одну рану установлен дренаж, другая рана зашита. Здесь все ранки, они затянутся, в принципе, сами по себе. В конце уже было обнаружено, по сути, оторван палец. Здесь все обработали, зашили. Будем надеяться, что красота не сорвет с себя швы и заживет достаточно быстро. Вот. Собака жить будет? Будет. Спасибо. Сегодня интересный случай. Дело в чем, что собаку мы везем не на стационар, а к женщине, которая ее обнаружила и всячески за ней ухаживают на протяжении много лет. Вот. И мы везем ее к ней в вольер, где она будет проходить дальнейшее лечение. Вот. С миру больники бесплатная лицечасть. Огромное. И Дмитрию Сергеевичу второй раз спасает собаку. Собака 5 лет, вот еще щенком появилась у нас возле дома. Остальные там пипи надо, кто ее выкинул. Вот. Была дикая. Чуть стала подходить к рукам. С пневматики добрые люди обстреляли. Собака вообще людям никак не доверяет, к сожалению. Но вот благодаря Дмитрию Сергеевичу 2 года назад ее удалось стерилизовать. Казалось бы, все замечательно, но вот получилось. Сначала
еще люди появились, одели от стула. Ну и вот стая сегодня ночью напала, стая бездомных собак с шейновки. Еле удалось отбить. Вы отбивали, да? Я отбивала. Я поэтому вот всю ночь ее искала. Это умудриться отбить, а если бы на вас напали еще? Ну, потом мне муж об этом сказал. Ну, это ж потом. Не думали, наверное. Это потом. Нет, у меня просто на глазах также стая порвала щенка. За любимую собаку и в огонь, не в воду. 5 лет все-таки своя, хоть и не ручная, но своя. Она как домой попала, она чувствует, все, успокоилась. Да, да. Нет, она, кстати, когда я ее отбила, у нее сначала вот ко мне, а потом вот толчок нет. И все, умчалась. Да, сначала умчалась на поле, я ее там искала по полю. А потом что-то подумала, думаю, пойду-ка. А она вот так вот по кругу и туда. Ну, я сколько знаю, вот уже много лет вы выручаете собак. Много. Ну. Занимаюсь больше 15 лет, но у меня в основном коты, собак мало, а в основном коты. Такие люди нужны в приюте. Очередная операция «Барбоскин» завершена успешно. Счастливого пути! Валера, ты, как всегда, спас всех. Обращайтесь.